Сегодня в эфире МТВ новый выпуск программы «День района». Автор программы Лейла Джумалиева приглашает на экскурсию по самому молодому району города-героя – Дзержинскому. Федоровский сад – просто исторический топоним или феникс, который восстанет из пепла? Мы предложили им просмотреть участки, которые можно сделать озеленение, не только озеленение, а небольшие там скверики. Ремонт длиною в 3 года. Когда завершится возрождение школы с почти вековой историей? Планируется к открытию 12 классов. Это очень важный социальный объект. И мы очень надеемся, что в ближайшее время эта школа распахнет свои двери для учащихся. Маленькие звездочки из коллектива «Друзья» покорили международную арену. Инара Крюкова, руководитель вокальной студии, поделилась историей успеха юных дарований. Инара Надыровна нам всегда говорит, то, что мы вместе, мы сила! Все это и еще много интересного не пропустите сегодня в 20:40 в эфире МТВ. Также программа будет доступна на сайте МТВ онлайн.